и рассада Вероника Струмовергинского используются для оформления декоративных посадок. Высокие, до 150 см, растения с длинными пышными цветоносами применяются для создания заднего фона на клумбах, декорирования садовых объектов и ограждений. Цветение длится в течение всего лета. Окраска цветочков зависит от сорта, бывает голубой, розовый, белый, лиловый. Вероника Струм неприхотлив и не нуждается в сложном уходе. Его без труда вырастят начинающие садоводы. Многолетник обладает морозостойкостью и устойчивостью к засухе. Пышные соцветия можно срезать для составления букетов. Вероника Струмовергинский – это травянистый высотой 130-175 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка белая. Лист растения по форме ланцетный. Летом листва зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.